Всем привет! Сегодня я решил снова поиграть в компьютерные игры. И перед нами игра Skio Dai. Игра вроде как довольно известная, вроде как относительно довольно культовая. Это игра моего детства. Я в нее играл последний раз лет 25 назад, поэтому я что-то забыл. Скорее всего, я забыл очень много, что по этой игре. А так я выуживал поиграть, скажем так, в эту игру года два уж как. Была у меня такая мысль записать чуть-чуть ее геймплея на видео. Вот. Единственное, я хотел поиграть с Грозы, с 386 компьютера, но в итоге сейчас я играю, пока что, точнее буду играть с PromPK, который где-то ранее проскальзывал видео. Вот, соответственно, PromPK, ЕГА-палитра, и, в общем-то, вот, звук пойдет через пищалку, это своего рода даже будет забавно, и, в общем-то, вот, соответственно, звук будет записываться через микрофон. Со звуком проблем. Я что-то очень давно ничего не записывал и вроде и поднастроился, но что-то как-то звук, мне кажется, все равно, что и тихий, так что буду стараться пытаться говорить громче, но звук плох, скорее всего, будет тихо, поэтому если вдруг будет совсем криминально тихо, скорее всего, я это видео просто не выложу. Вот. Но надеюсь, что будет худо-бедно, удобоваримо. Вот, соответственно, играем с PromPK, версия для DOS игры, записываем через OSSC. Вот. Также еще могу сказать интересное дело, очень сильно по-разному вижу я эту игру. Вот сейчас на экране в захвате она вполне себе похожа на то, что должно было бы быть на ЖК, ой, то есть на CRT-мониторе, но на ЖК-телеке рядом у меня оно, конечно, показывается все гораздо более четко. И это выглядит менее, как сказать, вся красота графики прошлого, она из-за этого портится. Потому что вот тут, как бы, вот этот родни, он чуточку смазанный, и как-то получается все смотрится вполне себе гармонично. Если на ЖК телеке вот рядом с абсолютной четкостью, он какой-то получается как будто бы, не знаю, отмороженный, в смысле замерзший. Вот, поэтому как-то так. Это тоже такое экспромтом что-то рассказал. Вот, поэтому игра года 92-го, наверное, вышла на кучу компьютеров. Я играл только в DOS-версию этой игры. Но вроде как она вышла и под Amiga, и под все что угодно. Такая забавная игра, своего рода пародия на игры про всякие там зимние олимпийские игры, прочие штучки. Вот. В общем-то, вот. Звук, еще раз скажу, запишем из спикера прямо на тот же самый микрофон. Вот, это будет весьма забавно, потому что это звучит как какая-то очень странная флейта, но для спикера звук очень классный получился. Прям вот, разработчики проделали своего рода практически чудо. Там, правда, конечно, есть нюансы, то, что бывает, что резко прыгает громкость, еще что-то, но в целом прям все очень хорошо. Прикольно сделана игра, забавная. Я полностью ее забыл. Ну, в общем, разберемся по ходу дела. Вот, собственно, главное меню. Здесь можно зарегистрироваться, выступить в соревнованиях, просто пройтись по практике, играть смысл. Ну, как смысл проходить турнир, смысла особо нет. Можно зайти в практику. Вот, мы, соответственно, вот этот классный парень Панк, он же Панк, он же и спортсмен одновременно. И вот, собственно, что нам доступно. Снежки, Downhill, Acro Aerials, это какая-то акробатика, Inner Tube Trash, это своего рода, наверное, типа
бобслея, но правда слово трэш как не очень вызывает доверие. И сноуборд halfpipe. Вот. Ну вот. Соответственно, можем куда-нибудь проникнуть. Тоже для своего времени очень прикольно сделана ориентация. О! Так, ладно, я поиграю. Хватит. Мне кажется, что она чуточку, потому что компьютер чуточку посовременнее, она как-то более быстро все это происходит. Вот. Ну, пойдем дальше. Так, я очень надеюсь, что музыку будет. Да. Хоть как-то слышно. Блин, управление что-то прям. А. Ой. Управление инверсное, надо к нему привыкнуть. Ага. Все, более-менее. Ой. Там я поехал не туда. Так, попытаемся еще разок. Вообще с геймпадом, мне кажется, вот конкретно вот это было бы куда как поудобнее. Вот, еще отдельно грустно то, что в детстве давалась эта игра куда как попроще. Так, а как прыгать-то? Ладно. В общем... Нам. И музыка при этом как бы смеется над тобой. Нет, как-то точно. Да. У нас гордых ноль. А, еще продолжение трассы оказывается. В общем, блин. Просто мне казалось, что на Enter. А, во! Я смог! Так.
Надо было здесь прыгать. Все-таки на Enter. Оп-оп-оп, давай-давай-давай. Блин. Сколько же еще ехать? А, что-то мне кажется, что это бесконечная карта, а нет. Да, что ж, результат нас немножко подкачал. Так, я даже смог прыгнуть. Оценки посредственные. Еще что-нибудь. Так, давай, давай. Ты еще сможешь это. А, нет. Ну, в общем, как-то так. Давай что-нибудь еще. О! На этом прекрасном результате мы здесь закончим. О! Так. Оп! Отлично! Отлично! Свалился. Так, ну я почему-то стал проигрывать при этом коллеге своему. А, и у Лестера очков-то больше получается, то есть за счет того, что он набирает всякую штучку. Почему-то у меня меньше баллов. Ну я приехал первый. Ладно. А, последний вид зимних игр с очень колоритным судьей. Ой, надо было прыгнуть. Попугай. Оп. В общем, как-то так. Я прервусь. В общем, резюме, что игра как была на самом деле классная, прикольно продуманная, так она ей осталась. Но правда, спустя практически 30 лет играть в нее стало тяжко. Либо это уже старость, либо разбаловался более простыми новыми играми, либо то и то, либо отвык. Но как бы замечаю за собой то, что старые игры стали невыносимо сложны, потому что там все на реакцию, на слаженность нажатия тех малых кнопок, что там используются, все это, конечно, очень сложно. Ну, в общем, я надеюсь, что кому-то это было интересно, вдруг кто-то в эту игру не играл, вдруг, и вот, может, кто-то поиграет. В целом, для интереса рекомендую.
часик в нее поиграть вполне себе приятно будет даже сейчас. Спасибо за внимание и до следующих встреч.